Заорудили. Быстро и хорошо. Меня закидали. Сейчас я здесь отъеду, чтобы человеку не мешать. Подъехал трак на загрузку, чтобы он не ждал меня. Я сейчас отъеду здесь, загружу GPS-ку новым адресом и поедем дальше на нашу третью загрузку. С третьей поедем на четвертую, с четвертой поедем на пятую. Сколько у нас всего получится, кто его знает. Кто кого прогуливает? Собака хозяин хозяйку или хозяйка собаку? А? Суть, собака бежит впереди, значит, хозяйка, собака прогуливает хозяйку. Сейчас вот здесь на площадочке справа станем, и я заряжу GPS-ку новым адресом и погоним дальше. Здесь такие ямы, не могли ямы позасыпать, что ли? Здесь когда-то был асфальт. Когда-то был асфальт, потом из асфальта вот получилось непонятно что. И это непонятно что продолжает оставаться. Так, что я хотел сейчас? Я хотел сейчас взять мою бумажку и забить новый адресок. Так, как забивается адрес в GPS-ке, это, понятное дело, вам абсолютно неинтересно. Так, 10408. Какое название улицы? Саратога Драйв. И придумают же такие слова. Это что-то индейское. Саратога Драйв, Стэнвуд. Стэнвуд, Вашингтон. Четырнадцать миль. Ну, поехаем. Все, ребятки. GPS-ка приняла адрес. Тут же она его нашла, где он есть. Определилась, сколько ей времени надо до этого адреса. И мы начинаем наше движение. Цоп-цобе! Это городочек Арлингтон. Здесь, кстати, я тоже поглядываю жилье здесь купить. Вот как бы это мой последний рубеж. Дальше Арлингтона я не хочу забираться. Максимально, куда я могу забраться от того места, где я сейчас живу, это вот сюда до Арлингтона. Ну, может быть, еще Стэнвуд тот, в который мы едем. Может быть, так. И все. Вот этот домик угловой купить, да, и жить на углу. В школе стоял в углу, и в жизни жить на углу, да?